Так, ну заехал к Володе, вот Володя, да, вот его хорому, вот эти, скажем так. Так, Володь, что ты хотел показать ты мне, что-то какие-то тут у тебя? Здравствуйте, народ. Да, здравствуй. Я сегодня такой нарядный. А, да, ты что такой нарядный, кстати? В город ездил на встречу, вот, в стиле Гэтсби. О, нифига себе, так у тебя и бабочка. И ну-ка вот этого коршуна покажи. Я теперь, короче, такой, это, америкос Гэтсби. Золото какой пробы, кстати? Ну, не знаю, на это... 975-й? Ну, ладно, пойдет, да. Ну что тут у тебя? Давай, весна пришла, вот, ну да, что у тебя? Серега, что-то вот печки-то у тебя тут. Все растаяло. Пойдем покажу тебе. Давай. Печки. Мы, короче, сейчас вот это все делаем, готовим сами. Короче, вот эта печка, это у меня для афганского казана. Ага. Сюда, короче, афганский казан ставится. Вконтакте я, кстати, выкладывал видео, там, короче, я про этот казан рассказывал. Да. На нем, короче, все это делаем, вот так открывается, ага. Там дрова. Ну вот, переходите по ссылке, Володя, контакт. Она самодельная, эта печка. Подписывайтесь, лайки ставьте. Потом вот такую печку сделали, это, короче, чугунный казан, это плов делать. Тоже такая, пока так сделали. Ну, вообще, понятно. Вообще хочу вот здесь вот бисер. Вот, а санки, что за санки тут? А, санки, да. Короче, в этом году масленица была, вот, 6 марта. Угу. Там было телевидение. Нас приглашали, мы, короче, сделали санки, всякую амуницию, все это, короче, туда привозил. Ну, делали так для детей, для себя. Да. В Рутубе есть, короче, видос. Надо... А, Серега, ссылки, да, скинешь, да. Посмотрим. Так, а вот эта печка что-то, армейская печка, ты в армии, что ли, с армии привез ее? Да нет, Серега, это, где служил-то? Ну, я служил, да. Ой, 1952 год, кто не видит. Сейчас да, вот, народ, смотрите, это вещь древняя, еще при жизни Сталина. Но... Вообще, на этой печке мы чай кипятим. Допустим, мы делаем тут чай, там плов, там это. Ну и так, чтобы вот домой не бегать. Вон там у меня стол, стулья старинные. Да. У меня вот здесь потом, ребята, будет беседка. Я уже для беседки. Ну все, ловим тебя на слове, все зафиксировано. Народ, смотрите, я, короче, для беседки уже такие камни вожу. Собираю по всем регионам Башкирии, вот куда по работе еду. Да. Камни тут из Юрязани, из Зелима там. Ашинский камень вроде, ашой пахнет. Потом. Серега, смотри, у меня даже вон яшма есть. Яшма? Ну, вот это яшма, вау, смотри. Да. Вообще вот. Красивый, ну, короче, зеленый камень. Всякие камни, все, короче, вожу, собираю. Ну да, молодец. Ну, что-то ты насадил деревьев много, более, по-моему. А природа... Да, еще. Оживает. О, а это что за это? Бриллиант. Вот это вот, бриллиант. Серега, ну это стекло, а вот это, ребята, походу, метеорит. Метеорит, вот этот камень, да, по-любому, да. Какой-то странный. Он тяжелый, я тоже вот его случайно нашел. Он... как металл. Ну, я, в общем, долго думал, что это такое, но... Я тоже придерживаюсь, что это метеорит. Я в интернете посмотрел, что... Вот Челябинский. Метеорит, они вот такие там. Но я, кстати, в тех краях его и нашел. Вот, он, кстати, такой тяжелый. 100% он. Видишь, какой? Ага. Ну, звон такой. Так, ну давай, что еще у тебя интересное есть? Тележка стоит, что ты в ней? Да, тележка, что... Серега, я вчера уже вон сделал теплицу, буду редиску сажать. Я хочу, чтобы уже... То есть ты приглашаешь всех на редиску? Всех одноклассников, вот Володя посадит. Вот, короче, сделал такую, короче, клумбу. Ага. Вот, короче, навоз, все дела. Вот, видишь, вот. Ну, все, понятно, да. Да. Отогреться посажу. Я, конечно, не такой уж садовник, честно, но для себя-то уж можно. Ну, понятно, ну ладно. Так что, давай, все. Все, на этом заканчиваем наш... Да, ой, тут куда-то я наступил. Да, на шашлыки, на редиску Володя приглашает. Да. Так, все, кто это... Соберемся. Давай, все, помахай ручкой. Серега, давай с тобой. А то... да, блин, я не знаю, как вот так вот. У тебя... Давай. Знаю, палки видно. Нету? Да нету. Вот. Ура, ладно, все, народ. Пока. Да, привет и всем пока. Всем привет, девчонки, мальчишки. Не знаю, что там получилось так.